На 37-й беседе на деяния святых апостолов святитель Иоанн Златоуст говорит, что должно быть взаимное согласие и мир. В теле нашем есть согласие, потому что между членами его нет надменности. А нет надменности, потому что все члены по необходимости имеют нужду один в другом. Голова имеет нужду в ногах, а ноги в голове. И между нами Бог устроил все то же самое. Но несмотря на то, мы не хотим быть в согласии. Хотя и без этого следовало бы иметь любовь между собой. Не слышите ли, как и философы осуждают нас, когда говорят: «Дружба полезна». Миряне имеют нужду в нас, а мы существуем для них. Так не было бы ни учителя, ни начальника, если бы не было учащихся и подчиненных. И не являли бы они дел своих, потому что не могли бы. Как земля имеет нужду в земледельце и земледелец в земле, так и здесь. Какое воздаяние получит учитель, если он не может показать наученных им? Какое и учащиеся, если они не пользовались добрым учением? Таким образом, мы равно имеем нужду друг в друге, начальники в подчиненных, настоятель в послушниках, ибо начальники существуют для других многих. Никто ни в каком деле не может ограничиться самим собою. Нужно ли будет рукополагать или давать советы и мнения, но получает такую честь в собрании многих. Даже бедные имеют нужду в подающих, а подающие в приемлющих. Будем внимательны друг к другу, говорит апостол, поощряя любовь и добрые дела. Евреям 10 глава 24 стих. Посему много может общение с церковью. И кто не может сделать чего-либо сам собой, то сделает вместе с другими. Посему-то здесь особенно совершаются потребные молитвы о всем мире, о церкви во всех ее пределах, о благосостоянии, о находящихся в опасностях. И Павел выражает это, когда говорит, чтобы за дарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. 2 Коринфянам 1 глава 11 стих. То есть, чтобы воздана была благодарность многим. И часто он и спрашивает себе в молитве их: посмотри, что и Бог говорит о ниневитянах. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек. Иоанна 4 глава 11 стих. Где двое или трое, говорит Христос, собраны во имя мое, там я посреди них. Матфея 18, 20. Если же двое могут сделать многое, то не тем ли более многие? Положим, что ты и один имеешь силу, но не столько, как и с другими. И почему ты один? Почему не собираешь многих? Почему не делаешься виновником любви? Почему не устраиваешь дружбы? Ты лишаешься величайшей славы добродетели. Ибо как зло, сделанное по согласию с другими, более оскорбляет Бога, так и добро, сделанное по согласию с другими, более приятно ему. Не следуй, говорит нам Писание, за большинством на зло. Исхода 23 глава 2 стих. Все уклонились, все сделались равно непотребными. Псалом 13, 3 стих. И сделались подобны ликующим в злобе своей. Позаботься приобрести себе друзей прежде домашних своих. Прежде всего прочего. Если миротворец есть Сын Божий, Матфея 5, 9, то не тем ли более приобретающий друзей? Если только примиряющийся называется Сыном Божьим, то примиряющихся, делающий друзьями, чего не удостоится? Будем совершать эту куплю, враждующих между собой делать друзьями, соединять тех, которые не враги, не друзья между собой, а прежде всех нас самих. Ибо как тот, кто допустил вражду в своем доме и живет не в согласии со своей женой, не будет иметь доверия, когда станет примирять других, но услышит слово «врач, исцели сам себя». Лука 4 глава 23 стих. Так точно и мы услышим здесь. Какая же вражда у нас? Вражда души с телом, порока с добродетелью. Прекратим эту вражду, уничтожим эту брань. Тогда и других будем вразумлять с миром и с великим дерзновением, без упрека совести. Гнев противится кротости, любостяжание противится презрению богатства, зависть противится доброжелательству,
прекратим эту брань, низложим врагов всех, поставим эти трофеи, устроим мир в нашем городе, ибо у нас есть свой город и управление, граждане и множество пришельцев. Изгоним этих пришельцев, чтобы не развратились наши граждане. Да не входит к нам ничто чуждое и нездравое учение, никакое плотское мудрование. Если заметим какой-нибудь помысел, враждебный нам, но прикрывающийся одеждой гражданина, предадим его начальнику уму нашему. Много у нас таких помыслов, враждебных по существу своему, но прикрывающихся кожею овечью. Господу слава во веки веков. Аминь.